18 миллионов рублей выделит областное правительство Сарову на реализацию проектов. Каждая инициативная группа может получить до 3 миллионов на воплощение в жизнь своих идей по благоустройству общественных пространств. Это могут быть детские спортивные площадки, тротуары, уличное освещение, памятники защитникам Отечества и даже обустройство мест для раздельного сбора мусора. Я думаю, что это будет поводом объединиться всем вместе, органам власти, да, различным предпринимателям, юридическим лицам, гражданам, для того, чтобы улучшить качество жизни на территории нашего города. Потому что все проекты направлены на развитие нашей территории, на создание инженерной инфраструктуры. Предусматривается возможность трудового участия каждого жителя в этом проекте. Ну, например, поучаствовать в проведении субботники, почистить территорию, прежде чем поступить в работу. Можно посадить деревья. Инициативных горожан уже ждут в администрации города для того, чтобы начать оформление документов, так как заявки на участие в проект принимают до 15 марта. Это совместная работа инициатора проекта, жителей, которые участвуют в сборе подписей, и администрация города Сарова, которая будет окончательно формировать наименование проекта, то есть оказывать поддержку оформления документов, окончательно заполнять формы заявок, а как раз в том числе и определять стоимость проекта, готовить необходимые сметные расчеты. Принять участие в областном проекте вам решать просто. Нужно создать инициативную группу, потом собрать подписи горожан в поддержку проекта, оформить документы и направить их в администрацию Сарова. Совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства сформировать комплект документов и направить заявку в Министерство внутренней, региональной и муниципальной политики. После 16 марта проголосовать за проект на сайте «Вам решать». Самое главное участие жителей, чтобы они помогли инициаторам проекта собрать подписи в поддержку этого проекта. И затем, после 16 марта, активно поддержали тот выдвинутый проект путем онлайн-голосования. 16 марта все проекты, прошедшие конкурсный отбор, разместят на портале вамрешать.рф. Поддержка жителей региона увеличит шансы на победу в конкурсе, а значит и финансирование инициативы. Подробную информацию можно получить по телефонам 977-68 и 977-97. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.